В Ярославском художественном музее открылась новая, очень необычная выставка. Она называется «Испанский алтарь». Всего одно произведение, триптих 15 века, происходит из частного Ярославского собрания. Но произведение настолько самодостаточно, что не требует никаких других вещей. Этой выставкой музей открывает целую серию подобных событий. Ярославцы смогут познакомиться с редкими, никогда не экспонировавшимися в нашем городе произведениями искусства. В числе первых зрителей «Испанский алтарь» увидела Марина Смарагдова. Картина жизни – жизнь в картине. Эту выставку можно смотреть как кино и читать как роман. Первый показ музейной коллекции жанровой и исторической живописи. Верещагин, Васнецов, Ге, Архипов, Рубо, Куликов. Выставка открыта до 25 сентября. Ярославский художественный музей. Всего одно произведение, а сколько смыслов. Икона написана в 15 веке, в том самом, когда родился и открыл Америку Колумб. Испания только создавалась, а триптих уже украшал алтарь какого-то собора. До Золотого века испанского искусства еще целых 100 лет. Коллекционер Александр Ильин считает большой удачей то, что подвернулся счастливый случай приобрести редкую вещь на аукционе в Германии. Когда появилась призрачная возможность купить вот эту икону, конечно же, вот все это нахлынуло. И я же не мог представить себе, что я могу такую вещь иметь у себя в собственности. Коллекционер вспомнил, что такие раритеты раньше встречал лишь в художественных журналах и только мечтал о них. Его собрание – это и вовсе единственная зарубежная вещь. Зарубежный музей стал вести вот такую свою политику, которая предполагает изучение не только своих коллекций, но и частных коллекций, которые находятся на территории Ярославской области, атрибутирует, научно изучает и представляет. И делает их таким образом тоже благодаря работе Музея зарубежного искусства доступным для наших ярославцев. Музей провел реставрационную работу, подготовив икону к выставке. Искусствоведы признали, что самым сложным была атрибуция апостолов. В 15 веке еще не сложилась практика изображения святых. Фигуры апостолов сопровождают орудия их страстей, символы их страданий – нож, копье, дубина. Только одного из изображенных искусствоведы не смогли назвать. Тем более, что в православной традиции все иначе. Произведения, которые происходят из наших храмов 15 века и представлены на выставке «Триптих», они, конечно, сопоставимы. Потому что и в том, и в другом мы можем видеть влияние архаики, то есть ориентации на искусство предшествующего периода. Триптих во всех смыслах – вещь уникальная. И в ярославской частной коллекции она единственная. Да и в стране, где икона родилась, подобных было немного. Арагон и Кастилья тогда переживали кризис. Так что архаика памятника соперничает с его ценностью в глазах наших современников. Марина Смарагдова, Максим Сушанов.